Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Kunjabihari, Gopi Jana Bala Yashodanandana Vraja Jalaranjana Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Шримад Бхагаватам ки. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритья, Нарам чива нароттамам, Девим сарасватим вьясам, Тато джая мудираят, Нашта праеша бхадришу, Нитья бхагавата севая, Бхагавати Йоттама Шлоке Бхактир Бхавати Наштики. Так, мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песнь шестую, глава вторая. Вишну Дуты спасают Аджамилу. Текст 47-48. Я этом парамам гухьям. Я этом парамам гухьям. Итихасам агхапахам, Шринуяч Шрададхай Юкто, Шринуяч Шрадхая Юкто, Яща Бхактьяну Киртальет, Навайса наракам ячи, Некшито яма кинкарайх, Ядьяпья мангало мартьо, Вишнулоке махияте, Я этот парамам гухьям,
Итихасам агхапахам. Итихасам агхапахам. Шинуя чрададхая. Нет, извиняюсь. Шринуя чрадхая юкто. Яща бхактьяну киртает. Навайса наракам яти. Некшито яма кинкарайх. Ядьяп ямангало мартьо. Вишнулоке махияте. Я этам парамам гухьям. Итихасам агхапахам. Парамам гухьям. Итихасам агхапахам. Шринуя чрадхая юкто. Яща бхактьяну киртает. Навайса наракам яти. Некшито яма кинкарай. Ядьяп ямангало мартьо. Вишнулоке махияте. Матаджи, пожалуйста. Я этам парамам гухьям. Итихасам агхапахам. Шринуя чрадхая юкто. Яща бхактьяну киртает. Навайса наракам яти. Некшито яма кинкарай. Ядьяп ямангало мартьо. Вишнулоке махияте. Яха. Каждый кто? Это. Парамам. Очень. Гухьям. Сокровенное. Итихасам. Предание. Акха-апахам. Освобождающее от всех грехов. Шринуят. Будет слушать. Шрадхая. Верой. Яктах. Юктах. Наделенный. Яга. Кто? Ча. Также. Бхактья. С великой преданностью. Анукиртает. Станет повторять. На. Не. Ваи. Воистину. Саха. Он. Наракам. Ват. Яти. Отправляется. На. Не. Икшитаха. Увидено. Ямакинкараихи. Посланцами Ямараджи. Ядиапи. Хотя. Амангалаха. Неблагое. Мартьяха. Воплощенное существо. Вишнулоке. В духовном мире. Махияте. С радостью и почетом встречается. Перевод стиха. Его божественной милости Абхай Чарана Равинды Бхактивиданты с вами Шилы Прабхупады. Это сокровенное предание смоет все грехи с того, кто с верой и любовью слушает его или передает другим. Такому человеку уже не будут грозить муки ада,
даже если он по-прежнему обладает материальным телом и в прошлом совершил много грехов. Поистине Ямадуты, подручные Ямараджи, не осмелятся даже взглянуть в его сторону. Покинув тело, он вернется домой к Богу, где его встретят с великими почестями. Да, здесь описывается Шрутипхала. Шрутипхала означает плоды слушания этой истории в данном случае. Даже просто слышать об этой истории уже очень благоприятно. То есть это так меняет сердце, так очищающе. Ну вот, мы вместе с Аджамилой произносим Нараяна и услышим о славе, да, как святое имя спасло Аджамилу. Таким образом, обретаем веру в могущество святого имени. Так, текст 49-й. Мриямано харьер нама гринан путро пачаритам Аджамила пи апьягат дама кимута шраддхая гринан. Аджамила вернулся домой к Богу благодаря тому, что предсмертной муки произнес имя Господа, хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с верой и без оскорблений? Комментарий его божественной милости Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. В момент смерти, когда нарушается деятельность всех органов тела, человек, естественно, приходит в смятение. И может случиться так, что даже тот, кто всю жизнь повторял имя Господа, перед смертью будет не способен внятно произнести мантру Харе Кришна. Тем не менее, такой человек получит все блага от повторения святого имени. Так давайте же громко и внятно повторять святое имя Господа, пока у нас есть здоровье и силы. Тогда на смертном одре мы наверняка сможем произнести святое имя с любовью и преданностью. В заключение добавлю, что каждый, кто регулярно повторяет святое имя, без сомнения вернется домой к Богу. Потрясающее заверение Шрилы Прабхупады. Очень вдохновляющее. Без сомнения, если преданный будет регулярно повторять святое имя, складывая туда веру, любовь, преданность свою, то он вернется, несомненно, домой к Богу. Шрила Прабхупада ки джай. И здесь еще примечание есть, давайте тоже его почитаем. Примечание. В качестве комментария к текстам 9 и 10 Шрила Вишнана Чакраварти Такур приводит воображаемый диалог об искупительной силе святого имени. Кто-то может сказать, положим, что повторение святого имени смывает с человека все грехи. Но если грешить сознательно и много, то даже 20-летнее покаяние не может очистить. Не поможет очиститься от греха. Как же можно искупить все грехи, всего лишь раз произнеся имя Господа? В ответ Шрила Вишнана Чакраварти Такур приводит 9 и 10 стихи этой главы. Повторение святого имени Господа Вишну – самый верный способ искупить такие грехи, как кража золота и других ценностей, пристрастие к вину, предательство друга или родственника, убийство брахмана, сожительство с женой своего гуру или любого, кто достоин почитания. Это лучшее покаяние для того, кто убил женщину, царя, отца или корову, а также для всех прочих грешников. Стоит нечестивцу произнести святое имя, как Верховный Господь заметит его и подумает: «Он произнес мое имя, поэтому я должен взять его под свою защиту». Повторение святого имени поможет искупить все грехи, хотя это и нельзя назвать искуплением грехов в общепринятом смысле. Обычно искупление грехов лишь на время избавляет от наказания. Оно не вырывает из сердца корни греховных желаний. Поэтому сила такого искупления не может сравниться с силой святого имени. Да, иногда некоторые преданные говорят, ну вот, в других традициях есть этот обряд покаяния, да, то есть люди приходят, каются в своих грехах, им как бы легче становится после этого, то есть, ну, как бы вот раскаялись,
священник отпустил эти грехи, и все, иди и больше не греши. Ну, то есть так обычно заканчивается покаяние, как это делал Иисус тоже с людьми. Они каялись в своих грехах, Иисус принимал это и говорил, хорошо, теперь идите и больше не грешите. Иногда говорят, а почему у нас такого нету? Вот пришел, да, раз в неделю, покаялся, вот, и, соответственно, получил отпущение грехов. Вот. На самом деле, здесь мы видим этот ответ, что самое лучшее покаяние – это воспевание святого имени. То есть, если преданный искренне воспевает святое имя, то, ну, на самом деле, в таком покаянии это уже, как, знаете, как лишнее. Вот, достаточно просто повторять святое имя, человек очищается от всех каких-то грехов. Хотя в одном из комментариев к читанию Бхагавати Бхагаван Сарасвати Такур пишет, что человек может прийти, фактически покаяться перед духовным учителем и по милости, да, гуру, через которого проявляется Нитянанда, он может быть очищен, да, от этого всего. То есть он тоже упоминает эту такую процедуру. То есть иногда такое тоже может быть. Вот. Но после этого, да, ученик уже не должен совершать такие грехи. Вот. Но в целом, как мы видим здесь, повторение святого имени само по себе, оно искупляет грехи. Но не просто искупляет. То есть оно удаляет также корни желаний этих, совершать эти грехи. То есть происходит глубинное очищение. То есть не просто поверхностное, потому что любое покаяние, оно просто убирает само последствия поступка человека. Может убрать последствия поступка. Вот человек раскаивается, все, последствия уходят. Но поскольку семя желаний по-прежнему остается в сердце, то человек выходит на улицу, видит объекты чувств, и это семя начинает прорастать. То есть вначале оно появляется в виде мысли просто понаслаждаться. Человек отгоняет это, но эта мысль становится все более и более назойливой. И в конце концов человек начинает строить планы. И потом не сдерживается уже, да, и совершает опять грех. И опять идет каяться. Это подобно омовению слона, да. То есть слон обсыпает себя грязью после омовения. То есть то же самое делают такие люди. Но если человек начинает повторять святое имя, то это греховные тенденции начинают на глубинном уровне, да, удаляться из сердца. Вначале уйдут какие-то очень грубые, такие невежественные способы наслаждения, как, например, мясоедение, склонность к мясоедению. Это то, что преданный быстро может ощутить следствие. Вот, или какие-то другие пагубные привычки. Вот. Но постепенно даже какое-то тонкое желание, такие как тонкое желание славы, почета, да, даже это такой более тонкий корень вожделения человека, то есть быть центром, да, то есть вот, славы, почета. Даже это покидает сердце человека. Как утверждает шастры, стоит человеку хоть раз произнести имя Господа и безраздельно предаться ему, склонившись к его лотосным стопам, как Господь тут же признает его и возьмет под свою защиту. Это подтверждает Шридхара Свами. Когда подручные Ямараджи пытались утащить Аджамилу в ад, Господь отправил к нему своих посланцев, и вишнудуты вступились за Аджамилу, ибо он уже был безгрешен. Аджамила нарек своего сына Нараяной и полный отеческой любви часто звал его по имени. Поскольку это был самый младший сын, то Аджамила души в нем не чаял. Последний сын был. И он был такой, похоже, нектарный. Вот. И он души в нем не чаял и все время звал Нараяна, Нараяна. Конечно, он очищался уже, когда он звал его еще и до этого тоже, повторяя постоянно святое имя. Итак, он звал, часто звал его по имени, и хотя Аджамила обращался не к Господу, а к своему сыну, имя Нараяна не отлично от самого Верховного Господа, Нараяны, поэтому оно явило свое могущество. Назвав сына Нараяной, Аджамила смыл с себя все грехи.
Позже, окликая сына, он снова и снова повторял святое имя Нараяны и таким образом незаметно пробудил в себе сознание Кришны. В одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет, что в нашем обществе сознания Кришны мы тоже детям даем духовные имена. И родители, повторяя их имена, также получают благо, в общем, очищаются. На это могут возразить, если с уста Джамилы не сходило имя Нараяны, так мог он жить с блудницей и пить вино. Поскольку Джамила грешил, навлекая на себя все новые и новые страдания, справедливо предположить, что его спасло только предсмертное обращение к Нараяне. Но это подразумевает, что Джамила допустил намапарадху, оскорбление святого имени, намдамаладеясья хипапабудхир. Тот, кто грешит, рассчитывая искупить грехи с помощью святого имени, совершает намапарадху. На это можно ответить, что Джамилу нельзя обвинить в оскорблении святого имени, ибо он не думал об искуплении грехов. Он не сознавал, что грешен, и уж тем более не знал, что святое имя очищает его от грехов. Вот почему он не совершил намапарадхи. То есть незнание о славе святого имени помогло ему. Он просто звал сына, не думая о том, что да, вот я погрешу, как бы, и потом буду повторять имя Нараяна, сына своего буду звать и буду очищаться. То есть вообще не проблема. Если бы такое было у него мысли, что я могу теперь грешить, вот. И поскольку у меня сына Нараяна так или иначе зовут, и все равно его зову Нараяна, я каждый раз очищаюсь туда вообще. В общем, у меня все как бы теперь крыша есть, да, крыша есть. Но если он таким образом думает, то это оскорбление святого имени. Но Джамила так не думал. То есть он не думал, что он очищается, когда повторяет святое имя. Вот он просто повторял его, зовя своего сына, и святое имя оказывало воздействие. То есть он просто был в невежестве, но не был лицемером. Да, то есть так. Вот почему он не совершил намапарадхи. Взывая к сыну, он произносил имя Нараяна чисто, и при этом сам не замечал, как в его сердце накапливались плоды и бхакти. По сути дела, чтобы очиститься от греха, ему достаточно было произнести святое имя всего лишь раз. Можно привести аналогию со смоковницей. Прежде чем дерево начинает плодоносить, пройдет немало времени. Так и преданное служение Аджамилы постепенно зрело. И хотя он совершил много тяжких грехов, ему не пришлось расплачиваться за них. Как утверждают шастры, достаточно однажды произнести святое имя, чтобы избежать расплаты за прошлые, настоящие и будущие грехи. Даже будущие грехи. Приводится и такой пример. Если вырвать у змеи ядовитые зубы, можно больше не бояться ее укусов. Если преданный всего лишь раз произнесет святое имя без оскорблений, то навечно останется под его защитой. И когда придет время, он вкусит зрелые плоды повторения святого имени. Да, то есть здесь отмечается, что повторение святого имени накапливает постепенно духовное благо, бхакти. Вот, и в конце концов, в нужный момент это принесет свой результат. Да, то есть преданный почувствует какую-то силу предаться Господу. Да, то есть так, как это произошло с Джамилой в конечном счете. Вот, поэтому мы должны продолжать повторять святое имя с верой. То есть, как говорится в этом стихе, что Аджамила вернулся домой благодаря тому, что в предсмертной муке произнес имя Господа, хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с верой и без оскорблений? С верой означает с осознанием того, что святое имя не отлично от самого Господа. То есть такая вера вот, приносит, соответственно, святое имя начинает откликаться. То есть если мы обращаемся к святому имени, обращаясь к Богу как к личности, понимая, что святое имя не отлично от самого Кришны, то, соответственно, это принесет настоящий плод. Такой человек достигнет этой возможности вернуться назад к Господу.
Вот. И когда преданный так повторяет, вначале он повторяет, потому что он получил эту веру, да, из книг Шрилы Прабхупады, из от общения с преданными, от духовного учителя, да, то есть так иначе он преданный заряжается этим отношением к святому имени, начинает так повторять. И когда происходит, когда святое имя, как отблеск святого имени, да, намабхас называется, проявляется, то преданный начинает ощущать трансцендентное могущество святого имени, и тогда он начинает сам понимать, что святое имя не отлично от Господа. Это уже не теоретическое убеждение, а практический опыт. То есть он ощущает, как святое имя рассеивает, да, туман невежества и облако анартх, благодаря тому, что, в общем, оно проявило даже отблеск свой. Это приводится пример, подобно тому, как когда солнце начинает восходить, солнце еще не видно. То есть еще само чистое имя еще не появилось. Просто как бы оно восходит, появляется вначале отблеск солнца, да, то есть зарево. Но это зарево уже рассеивает всю тьму, и все воры, мошенники, какие-то бандиты, все прячутся. Точно так же, когда святое имя начинает восходить, вначале появляется вот это вот зарево, отблеск, отблеск святого имени, называется намабхас, повторение, ну, в общем, святое имя, как безоскорбительное повторение, когда святое имя дает такой отблеск. Но даже этот отблеск, говорится, 70% анартх вообще покидает сердце сразу. То есть так, где-то примерно. Вот, то есть все воры, мошенники, бандиты, да, исчезают сразу, прячутся. Вот, ну какие-то глубинные корни оскорблений в особенности еще могут оставаться. Говорится, что до уровня премы, даже на уровне премы еще остаются следы намапарадх. Такие как, ну просто следы еще. И только когда преданный возвращается уже назад к Богу, обретает свою сварупа-ситхи, то есть свою изначальную духовную форму, вот, он, в общем, это вместе с телом остаются и следы, то есть он избавляется от этого последних каких-то следов. Вот, поэтому, по сути дела, преданному нет необходимости что-то еще, да, то есть получать. Есть интересный пример, история, я думаю, вы ее слышали, наверное, но здесь стоит тоже ее вспомнить, про который рассказал Ранад Махарадж однажды, про Наратамда Стакура. Вот. И она также напечатана в книге Матаджи Ситала Деви, да, про жизнь Наратамда Стакура. Вот. Однажды один грешный царь, не помню, как его звали, он был таким мусульманином, но очень демоничным. То есть он разрушал храмы индуистские, то есть он постоянно вел захватнические войны. И он собрал вокруг себя таких же бандитов, как и он сам. И у него была очень такая жестокая, беспринципная такая армия. И с этой армией он просто как бы, ну, одного за другим побеждал царей различных. Вот, и цари, все вокруг цари, то есть видя его вот эту греховную природу, демоничную, то есть они были в гневе на него. И в конце концов, и он также все время насиловал каких-то женщин, то есть грабил и браманов, и всех, то есть он не разбирал вообще, то есть не было никаких принципов. И браманы прокляли его, и проклятие, или женщины, не знаю, ну, в общем, люди прокляли его. Проклятие пришло таково, что в него вселился один ужасный привидение, призрак. Вот этот призрак начал буквально, он захватывал сознание, и этот царь, он терял контроль над собой. То есть буквально призрак начинал пользоваться его телом. И призрак, пользуясь его телом, начинал биться головой о стены. В общем, ну, просто разбивал себе в кровь. Все. А потом призрак отходил, и этот царь, он испытывал сильнейшие страдания, да, последствия этих побоев, то есть начинал чувствовать. То есть боль испытывал сам царь, а бил этот самый призрак. И призрак ему говорил: я тебя просто уничтожу, ты негодяй, да, то есть я тебя уничтожу.
И отец этого царя, то есть он очень переживал за своего сына, и он начал искать врачей, которые могли бы изгнать этого призрака. Но кто бы ни пытался, никто не мог. Он, этот призрак просто смеялся, прям вставал как бы в это. Вы ничего со мной не можете сделать. Никто из вас не может ничего поделать. То есть никто не мог справиться с ним. Царь уже пообещал половину царства за это. И все равно никто не мог помочь. Вот. В конце концов, один из таких лекарей, он сказал, есть только один способ помочь, если какой-то великий вайшнав поставит свои стопы ему на голову, то это единственный шанс. Тогда привидение может покинуть. Вот. И отец спросил, а кто, где есть такой великий вайшнав? Говорит, ну есть такой, в Кетуриграме живет Нарадам-дастакур. Очень могущественная личность. Если он поставит свои ноги, да, то есть тогда, вот, тогда все будет хорошо. И царь отправил посыльного к Нарадам-дастакуру. Посыльный передал письмо. И письмо получили ближайшие ученики Нарадам-дастакуру. И когда они прочитали, что это вот этот демоничный царь, они подумали, нет, мы даже показывать не будем это духовному учителю. И не показали ему письмо. Поэтому время шло, и этот царь становился все хуже и хуже. Он уже буквально чуть ли не умирал. И отец понял, что, видимо, письмо как-то, может быть, не дошло, то есть, поскольку они передали кому-то, он не был уверен, что Нарадам-даст прочитал письмо. И он отправил еще одного посланника и сказал, лично встреться с ним, то есть лично передай это в руки Нарадам-дастакуру. Вот так, в конце концов, посыльный сделал, улечил какой-то момент и лично вручил письмо Нарадам-дастакуру. Нарадам-дастакур прочитал его. Не сказал этому посыльному, мне надо спросить у Господа Чайтаньи. И сам погрузился, да, в медитацию, в молитву. Вот. И на следующий день он сказал, хорошо, мы идем туда. Чайтанья Махапрабху сказал, что я должен это сделать. Это какой-то план Господа Чайтаньи был. Вот. И он пришел. Когда он пришел, царь, конечно, с большими почестями встретил Нарадам-дастакура. И Нарадам-дастакура завели в комнату, где лежал этот, в общем, царь, охваченный призраком. И вдруг этот призрак, да, встал. О, Нарадам-дастакур, ты пришел. Вот. Освободи меня от этого тела призрака, пожалуйста, поставь свои стопы на голову. Призрак тоже ждал Нарадам-дастакура. На самом деле это большое страдание быть в теле призрака, потому что ты имеешь все желание, все как бы сохраняется, но у тебя нет тела, чтобы исполнить свои желания. Вот, и тогда Нарадам-дастакур решительно подошел и поставил стопы. Да, тот склонился, и он поставил стопы на голову, и этот царь упал без чувств. В этот момент привидение вышло из него, и чтобы показать, что оно вышло, оно сломало дерево, ветку дерева. Огромное дерево разломилось, и, в общем, все, ушел. Вот. И через некоторое время царь пришел в себя, и, в общем, нормальный, и видит, да, своего спасителя перед этим, перед собой. И отец был вне себя от счастья, начал говорить, что мы дальше должны делать. Он говорит, чтобы защититься основательно уже от этого привидения, будет лучше, если твой сын проведет со мной, по крайней мере, месяц. Поэтому этот царь поехал в Кетуриграм вместе с Нарадам-дастакуром. Там был охрана, то все как бы было с ним, но он просто приходил, и Нарадам-дастакур сказал ему, ты просто сиди и слушай Кришна-катху. И вот он сидел, слушал, и в конце концов, через какое-то время эти слова, переполненные любовью к Кришне, Нарадам-дастакура, начали проникать в душу, да, этого царя. И он начал буквально рыдать, раскаиваясь во всех своих грехах. И в конце концов он упал к стопам Нарадам-дастакура и сказал, пожалуйста, пролей на меня милость, прими меня как своего ученика. Я великий грешник, но если ты будешь милостив, то я хочу стать твоим учеником.
И Нартамдас Такур дал ему посвящение. Принял его своим учеником. Теперь он уже одел простую одежду, просто повторял святое имя. И он уходил рано утром без охраны. Сказал, так не надо охранять ничего. То есть он уходил, садился на берегу реки и повторял, да, святые имена по много часов. И в каждом царстве есть шпионы соседних царей. Вот. И из соседнего царства, где был царь, который, конечно, тоже ненавидел этого демоничного царя бывшего, вдруг этот шпион, то есть увидел, что без охраны сидит на берегу реки. Вот. И он сообщил об этом царю своему. И царь отправил отряд, да, воинов, которые спрятались в этом месте, и когда тот пришел, они окружили его, да, с оружием и арестовали. Привезли к нему в царство. И тот сказал, негодяй, теперь, да, ты умрешь ужасной просто смертью, ужасной. И он приказал выкопать яму. Была глубокая яма, фактически до сырости, до воды. В общем, глубочайшая. Накрыли ее, чтобы свет не проникал туда. И, в общем, бросили, опустили этого бывшего демоничного царя в эту яму. Вот он подумал, хорошее место для баджана. Харе Кришна, Харе. И повторил джапу. Обычно люди, когда они сидят в темноте, да, то есть без, вот в этом всем, да, то есть не сесть, не лечь, то есть, ну, такое ужасное, как бы, сырость везде, то есть, ну, ужасное состояние. С ума можно сойти, на самом деле. Вот если человек сядет просто в комнату, где все однотонное или темно вообще, да, то есть, ну, в этом состоянии очень трудно, с беспокойным умом, очень сложно вообще выдержать даже там час-два, то есть люди с ума начинают сходить. А этот сидел, повторял джапу, и когда ему раз в день приносили какую-то пищу, очень такую простую, вот, и каждый раз они видели его все более и более блаженным. Вот, и он сидел целыми днями, повторял святое имя, там, ну, что еще там делать, только повторять Харе Кришна. Вот, и единственное, о чем он сожалел, что он не мог как-то служить своему духовному учителю. Но, по крайней мере, он воспевал святое имя. В этот момент его отец начал искать кого-то, кто мог бы помочь освободить этого. Этот царь был достаточно сильный, и поэтому без этого, без, ну, своего начальника, да, то есть армия сама по себе не могла, ну, в общем, захватить, то есть они боялись, поэтому искали какой-то способ выкрасть, высвободить этого каким-нибудь мистическим способом или еще как-то. И вот пришел один мистик, который получил благословение самой Дурга-деви, у него было прям непосредственный даршан, он ее получал, повторяя ее мантру. И Дурга-деви дала ему ситху, благодаря которой она позволила ему проходить сквозь материальные эти самые элементы. То есть он мог раз и сквозь стену пройти просто. И поэтому он сказал, хорошо, я вызволю его. Тут полцарства пообещал ему, если ты приведешь. Я пройду в эту яму сквозь эти, ну, войду в землю и просто пройду сквозь материальные элементы. И я дам ему мантру, тоже Дурге, то есть инициирую его, Дурга-мантру. И он, если он тоже будет повторять Дурга-мантру, так мы вместе выйдем обратно. В общем, передам ему это шакти. Вот, и царь был очень рад. И вот этот повторяет джапу, и вдруг кто-то его, эй, он такой, ты кто? Я тебя отправил, меня отправил твой отец. Я пришел, чтобы спасти тебя из этой ямы. И сейчас я тебе произнесу, я тебе сейчас дам мантру Дурги, дам тебе посвящение. И благодаря этому ты выберешься из этой ямы. То есть ты сможешь пройти сквозь эти материальные элементы. На что этот царь, уже преданный, сказал ему, уходи прочь отсюда и передай моему отцу, что, как бы, я получил посвящение великого Нартамдас Такура, которое позволит мне выбраться не только из этой ямы, но вообще из ямы материального существования. Мы все находимся в яме материального мира. И что, ты думаешь, что вот эта вот твоя мантра Дурга-деви, она поможет мне выйти вообще из этой ямы материального мира?
Так что ты хочешь, чтобы я отказался от святого имени и принял какую-то дурга-мантру? Вот. Уходи прочь отсюда, я не буду это делать. И продолжил повторять святое имя. Проявил веру в святое имя. Вот. Через некоторое время царь, который его пленил, то есть он обнаружил, что эта казнь для него не подходит. То есть он просто в экстазе там поет святое имя, и вообще никаких проблем нет. И он все смотрел, то есть он был удивлен. Неужели он действительно стал вайшнавом? Да нет, он притворяется просто. У него просто очень сильное самообладание. Вот. И он решил устроить публичную казнь. Таких очень отъявленных грешников он казнил особым образом. То есть они делали такой большой забор на площади его как бы вот города или там деревни, не знаю, в какой он был. Окружали ее забором и несколько дней не кормили слона. Этот слон приходил в бешенство, и когда, соответственно, преступника заводили, ставили там и туда пускали слона. И слон просто разрывал его на части, рогами своими пронзал, в общем, гнев свой изливал на этом. И так ужасная смерть. Вот. И этого царя, теперь уже ученика Нардама Дастакура, вывели, поставили там среди этого забора. И он начал молиться внутри своему духовному учителю Нардама Дастакуру. О Гурудев, на самом деле я заслуживаю куда больших наказаний за свои злодеяния. Я понимаю, что это результат моей кармы, просто сейчас приходит. Но так или иначе, ты милостиво дал мне возможность, да, как-то воспевать святые имена. И единственное, чего я сожалею, то, что я так и не смог как-то послужить тебе. Так или иначе, если по милости Господа мне останется возможность жить, то я посвящу свою жизнь служению тебе. Ну а если я должен буду умереть, то на то тоже воля Господа. Значит, Господь так хочет меня очистить. Пусть это будет на усмотрение Господа. Но единственное, о чем я жалею, что я вообще не успел послужить своему духовному учителю. Было единственное сожаление. И так он стоял, и тут вбежал этот бешеный слон и начал приближаться. Его глаза слона были налиты кровью, то есть он приближался разъяренный. И хоботом, да, он попытался ухватить этого царя. И царь вдруг почувствовал внутри какую-то необычайную силу. Он просто схватил этот хобот, дернул его и оторвал хобот у слона. Все просто ахнули. И этот слон, он упал на эти самые и испустил дух. И когда царь, который его пленил, увидел это, он сказал: так, принесите сюда асану, приведите его. Снимите с него наручники. В общем, сняли, привели. И тот царь сложил ладони и сказал: теперь я вижу, что ты стал настоящим вайшнавом. Вот, отныне, да, прости меня, пожалуйста, мне было трудно поверить в это, но сейчас я вижу твое могущество, то есть это необычно очень, что Господь, да, как-то защищает тебя, поэтому кто я такой, чтобы наказывать тебя? Вот, я дам тебе охрану, чтобы они доставили тебя в твое царство. На что тот сказал: нет, я не вернусь больше в свое царство, я хочу отправиться к Нардама Дастакуру и просто служить своему духовному учителю. Поэтому сопроводи меня туда просто. Вот так этот царь, да, получил, да, милость Нардама Дастакура. Но в этой истории, что очень ценно, это отношение, да, его к святому имени. Знаете, у нас всегда есть такой соблазн. Так, может быть, мне что-то еще надо? Может, еще какую-то мантру получить? Да? То есть, может быть, еще там что-то, каких-нибудь камней на шею навешать там, или еще. Это защитит меня от, так сказать, от ямы материального существования. Вот. Но на самом деле нет больше защиты, чем повторение святого имени. Это самое лучшее. Вот. И если преданность с верой и преданностью, да, делает это, пусть даже это займет время, как это было у Аджамилы, да, то есть он повторял, но это потихоньку копило эта духовная милость. Да, то есть и в конце концов Аджамила стал, да, чистым преданным и вернулся назад к Богу. То есть так достиг совершенства. Харе Кришна. Спасибо большое. Пожалуйста, если вопросы, да. Сейчас микрофончик. Я хотела спросить. Смотрите, Аджамила,
в юности был садакой. Стало быть, ну какие-то хотя бы, ну я так думаю, он какие-то минимальные правила знал, да? А потом он это все бросил и стал грешником. И когда он повторял имя Нараяны перед смертью, ну, у него была корысть, ну, сын – это то, что приносит наслаждение родителям. Тем более, если младший, вот он любил его больше всех. Получается, что когда он повторял «была корысть», тогда, получается, на Махабхаратху повторял. Или почему это не получается? Нет, у него корысти не было именно по отношению к святому имени. То есть он повторял святое имя не для того, чтобы от него что-то получить. Он просто звал из страха своего сына, потому что ну, пришли ямадуты, и он «Нараяна!» Да, к тому, кого он был больше всего привязан, он начал звать. Хотя как он мог помочь этот маленький сын? Так или иначе, то есть он к объекту с привязанности, да, то есть он пытался удержаться за это. Вот. Некоторые из ачарьев говорят, что в этот момент, когда он позвал сына, у него вдруг вернулась память, он вспомнил изначального Нараяну. Ну, разные ачарьи, они дают как бы разные немножко углы зрения. Вот. И, соответственно, в этот момент вишнудуты появились. А может тогда еще вопрос? Но даже если он повторял, не помня ничего, то есть даже это, видите, принесло. И так, то есть есть разные как бы взгляды на этот вопрос. Это был Намабхас. Да. А когда, смотрите, он повторял в надежде спастись от ямадутов, это не корысть? Нет, он звал сына, а не Нараяну. Ну, он-то звал его, чтобы сын спас. Да, да. Ну, он же не от Нараяны хотел освобождения, а от сына. Он сына просто звал, помоги. То есть к другим корысти проявлять это не нам, а аппарат. Это не нам аппарат, когда было, по отношению к Богу. Сына боялся потерять, потому что ну, может быть, да. Он же не защиту сына просил. Он просто видит. Нет, в этот момент человек хочет защиту. Это жители Вриндавана так, когда там пожар возникает, они думают, если сейчас мы сгорим, то как же будет Кришна? Кто же его будет любить? Кто будет заботиться о нем? «О, Кришна, спаси нас!» Когда жители Вриндавана, то есть у них вот такая молитва. Но здесь это материальное сознание, каждый человек привязан к своему телу, тут еще эти хотят тебя вытащить, да, Нараяна, спаси! Да, так. Не для того, чтобы о ком-то беспокоиться, чтобы самому спастись, ну, если такое настроение. Да. То есть у него, естественно, была эта потребность в спасении, вот. Но он не повторял святое имя, ну, то есть он не думал, что он повторяет святое имя, поэтому, соответственно, это не Господь не принял это как оскорбление. То есть если бы преданный в этот момент кричал «Кришна, спаси!», это была бы корысть? Нет, преданный тоже может такой момент. Если это преданный, в тяжелые моменты преданный зовет, то это, как, например, это было с этим самым Гаджендрой, слоном Гаджендрой. То есть слон Гаджендра, в момент, когда уже ну, был, когда он уже все, он понял, что он уже не справляется. В этот момент у него вернулась память прошлой жизни, что он на самом деле преданный. И он вознес молитвы Господу и попросил его, пожалуйста, вызвали меня из этого положения. Но при этом он сказал, пожалуйста, прости меня, что я прошу тебя о таком, ну, как бы, материальном, как бы, желании. То есть он просил прощения за это. И Шрила Прабхупада там в комментарии пишет, что когда преданный попадает в такие тяжелые обстоятельства, он тоже может, ну, как бы, молиться Господу о защите, но преданный всегда сожалеет о том, что ему приходится просить такое, ради себя что-то просить. А еще вот вопрос. Те стихи, которые мы первые читали, говорится, кто прочитает это вот повествование, да, тот не попадет в ад. Короче, да. Да? Вот. Но с верой и любовью прочитать. То есть получается, если там, ну, грубо говоря, любые люди на кухне собрались, прочитали, ну, то есть это не про них, да, получается. Но веры и любви нет. Да, они могут прочитать это просто как информацию. Да, а что означает тогда с верой и любовью? Означает, что человек слушает это, и у него пробуждается. Ничего себе. Вау, вот оказывается как. Да, это уже признак веры, да? Вот оказывается как. Да, надо повторять святое имя. Более того, в следующей главе будет говориться, что Ямарадж, он даст указание ямадутам, что если кто-то повторяет святое имя, вы даже приближаться не должны к такой личности. Поэтому ямадуты, и там говорится, что даже во сне преданный не увидит ямадутов,
если он повторяет святое имя. Даже во сне Ямадута никогда не появится перед ним. Главное во сне повторять. Ну, имеется, даже во сне, даже если он не повторяет, но если днем он повторяет, но во сне, если они придут, то есть даже в этот момент, то есть они никогда не явятся перед ним. То есть теперь уже у Ямадута есть приказ Ямараджа так поступать. То, что Аджамилу назвал сыном Нараяна, я где-то в лекции когда-то слышала, что это же тоже то, что Аджамилу назвал своего сына Нараяна, это плоды его благочестия. Да, прошлого. Я тоже слышал. Я не знаю точно, откуда эта история, не могу сейчас сослаться, не читал ее сам. Но в лекции я тоже где-то слышал, что какой-то садху пришел. Там что-то вообще какая-то, что он должен был омыть ноги, что ли, этому Аджамиле, и выпить эту воду, чтобы избавиться от какой-то своей чесоточной болезни, что-то такое там ему сказали. И при этом тот попросил его, у меня сейчас сын вот родился, дай ему имя. И тот сказал, Нараяна назови. И говорится, что это Кришна устроил всю эту лилу, чтобы спасти своего бывшего преданного. Ну, это означает то, что он... когда-то служил, почему он да. Кришна это сделал? Потому что благочестие было, от служения Господу. Да, у него было где-то в глубине. Оно, конечно, из-за грехов покрылось. Вот, но Кришна все-таки что-то устроил, чтобы в конце спасти его. Вот я тоже слышал такую историю, но я не могу сейчас подтвердить, откуда она, не знаю точно. Вот у меня такой вопрос возникает. Вот я, предположим, практикую год, да? Ну, стабильно, да, и когда сплю, у меня обычная бытовуха во сне, такая, как, ну, прошлая моя жизнь, то есть, как я себя вел, так же мне во сне все снится, одно и то же, вот какая-то вот, суета mm-hmm. такая мирская, а вот человек, ну, преданный в течение, там, если там, скольких там лет, 10, там, 20, 30 лет, ну, соблюдает принципы, ну, следует, исповедует именно. У него уже сны. Сны будут лучше. Ну, просто лучше. Или они будут именно такие, что мантру повторяешь. Вот именно такие тоже. Надо так иногда, а вообще снов может не быть. И скажите, пожалуйста, насчет очищения. Я не знаю, но сейчас раз мысль возникла. Если выходишь на улицу, и периодически сознание воспринимает картинку уличную, как я воспринимал ее в детстве, значит, это сознание очищается. То есть я, смотря на улицу, на окружающий мир, чувства у меня возникают моего детства, когда я был еще совсем ребенком. Ну, то есть сейчас у меня замутненное сознание, более взрослое, оно более грубое и такое. А в детстве у меня оно было более сладкое, потому что я его помню. Оно у меня, это значит, очищение идет, да? Вот такие информации. Ну, по крайней мере, да, может быть, до определенной степени. Хотя детское восприятие – это тоже обусловленное восприятие. Но оно почище, чем у… Ребенок не смотрит вожделенными глазами на мир, он глазами интереса смотрит. Поэтому он восхищается многим вещам. А взрослый человек ищет объекты чувств, да, то есть другой совершенно взгляд. В этом смысле, да, взгляд ребенка. Иисус даже говорил, что пока не станете как дети, не войдете в Царство Божие, да? В этом смысле, может быть, хорошо. Но в конечном счете нужно развить сознание Кришны. То есть нужно читать книги Шрилы Прабхупады и научиться смотреть на этот мир не глазами ребенка, а глазами шастр, да? То есть так. Поэтому не привязывайтесь к этому видению. Но это уже неплохо. Это лучше. Что? Память ребенок теряет момент рождения. Он уже, да, он теряет память в чреве матери уже, то есть там он испытывает какие-то муки и так далее, то есть и потом рождается, появляется новая реальность совершенно, и все как бы. Кришна забирает эту память, то есть Кришна дает память и забвение. Если бы память сохранялась, человеку было бы очень трудно жить. Например, если бы он знал, что в прошлой жизни его мать была его женой, например, то как он бы к матери мог относиться? То есть это очень трудно. А такие случаи бывают. Или наоборот, там как-то вот, то есть он был матерью, теперь своей матери, или еще что-то такое, да, то есть перевернутой совершенно. Или муж с женой меняются местами. Вот. Или какой-то там, не знаю. Ну, в общем, разные люди там могут воплощаться. Еще вопрос, говорю, евреи это самое, фашисты там ненавидят друг друга.
Да. У меня такой вопрос еще. Вот вера в святое имя, настоящая вера, вот эта твердая вера, это значит, что мы повторяем в трудные времена, не бросаем это, да, повторение. Это может указывать на наше? Да, да. Что несмотря на трудности, я могу все оставить, но только не святое имя. Вот, поэтому преданный держится за святое имя. Вот это важно преданному так, что святое имя в конце концов выдернет меня из этого океана материального существования, как этот думал этот царь, да, то есть Вайшнав, сидя в этой яме. И когда у него появился соблазн, как бы выбраться из этой ямы, да, то есть он не повелся на это. Поэтому майя, она будет тоже предлагать соблазн. А ну-ка проверим как бы веру. А вот смотри, вот сейчас вот это сделай, и все, освободишься, будешь, у тебя не будет никаких проблем. И Трин думает, действительно, можешь не получить мантру Дурги или еще кого-то, повторять ее, и почему бы нет, если это меня освободит. И человек может, да, потерять вот это вот, как целомудрие, да, то есть целомудренное отношение. Или как-то трудности приходят, и мы можем прекратить повторить, обидеться на Кришну. Ну, это означает, тоже, что да? человек на платформе нет, просто да, материально находится. Такое тоже бывает. У меня был такой случай один, когда преданный повторял 16 кругов, а потом что-то там на работе его понизили, и он обиделся на Кришну. Как же так? Должно быть только улучшаться, а начало ухудшаться. Да. Такие моменты, да, это проверка веры происходит. То есть, по сути дела, если мы в таком настроении повторяли бы, ну, человек повторяет, да, казалось бы, хорошо, внимательно, но пока вот до трудных ситуаций не дошли, то есть он не накапливает, получается, вот это вот бхакти-сукрити, которое очищается? Нет, он накапливает, бхакти-сукрити не накапливается, поэтому Кришна в какой-то момент хочет, чтобы его вера поменялась. Mm-hmm. Он устраивает какую-то встряску, да? Ну, какая-то mm-hmm. происходит ситуация, встряска, и либо преданный, он, пытаясь понять, почему это произошло, обратиться к старшим, что, собственно, и нужно делать. То есть нужно в высшем разуме искать ответ, а не как бы в своем уме. Mm-hmm. Вот. Если он предаст, то есть mm-hmm. если он предастся, то он как бы решит эту ситуацию и осознает, и вырастет в результате. Или если кризис случится, он просто оставит на какое-то время. Или же может, да, на какое-то время отойти. Mm-hmm. Тоже. Поэтому мы должны себе такую установку, наверное, поставить, что какой бы кризис ни был, это проверка моей преданности. Да? То есть я должен больше предаваться. И благодаря преданию я смогу преодолеть эти вещи. Но если я не предамся, то тогда я не смогу пройти через этот кризис правильно. Могут ли долги по джапе, ну, в зависимости от обстоятельств, там бывает, что человек работает много и просто сил нет иногда, влиять на материальную жизнь, то есть какие-то те же долги, например, материальные возникать, может ли такое быть? Ну, у преданного может быть из-за того, что у него есть вот это беспокойство, он все время думает, как дочитать быстро джапу, да, то есть вот, ну, как бы вот эти вот беспокойства. И он не может сосредоточиться ни на работе, ни на джапе. На джапе он думает, как избавиться от проблемы, а на работе думает, как дочитать джапу. В результате ни то, ни другое как бы хорошо не идет. Поэтому нужно читать джапу, нужно стараться читать джапу, а занимаясь какими-то, ну, решая какие-то задачи, то есть нужно их решать. Вот. Но святое имя... Кришна, конечно, может что-то устроить, что-то забрать у преданного, если это мешает его духовной жизни. Здесь вот важно, наверное, понять, что в этом есть все равно какое-то благо, и мне нужно понять, да, то есть, что Кришна от меня хочет. Поэтому Кришна не наказывает, разумеется, нас. Этим. Кришна любит. Любит и дает просто урок. Какой-то. И когда он дает какие-то такие испытания, то есть они, ну, для чего-то предназначены, для нашего блага, в конечном счете. Они помогают нам очиститься от чего-то, что-то переосмыслить, да, то есть избавиться от каких-то привязанностей. В конце концов, в нашей жизни постепенно все будет уходить, все больше и больше. В конце концов, в какой-то момент тело начнет оставлять нас. Да, то есть мы, как бы мы за него ни держались, мы не можем его удержать. То есть приходится отрекаться, да, то есть от него тоже. И вот куда мы пойдем? То есть мы будем держаться за тело, да, то есть или за Кришну. Это вот главный экзамен.
в течение жизни мы тоже будем проходить подобные испытания. То есть мы куда сейчас там? То есть мы все забросим, да, и сейчас бросим повторять Хари Кришна, вяжемся как бы в эти все дела. Вот нужно стараться как-то, ну, сохранять все-таки свою, ну, приверженность святому имени и решать задачи, да. Иногда бывают такие очень. Если накопились долги, постараться на следующий день как дочитать их, да, то есть не откладывать, не накапливать слишком много, иначе потом этот груз, то есть преданным становится очень трудно повторять джапу. То есть это как некое вот это пренебрежение, оно нарастает, и как будто бы святое имя, оно как пустой звук становится, да, то есть и преданным очень трудно потом опять как бы нарастить. Вот. Так Кришна помогает преданному понять, что не надо накапливать долги. Лучше повторять. Это тоже милость Господа. Если бы он давал ему все равно экстаз, он думал, зачем мне 16 повторять? Я и 2 могу повторять. Все равно же экстаз испытываю. Но Кришна забирает все. Да, как мне вернуться опять в то же самое состояние, да, духовное? Надо дочитать все долги. То есть так. Угу. Ну, чисто прагматический вопрос. В начале песни было сказано, что если хоть один раз ты услышал вот это, то в принципе все нормально. Ты уже почти там на Голоке Вриндавана, грубо говоря. Ну и зачем тогда повторять святое имя? Ну, если чтобы развить чтобы не просто избавиться от грехов, а чтобы развить любовь к Кришне. Потому что если мы не разовьем любовь к Кришне, отсутствие любви побудит нас все равно опять вернуться, чтобы испытывать какой-то другой вкус. Да? Ну вот, предположим, вас очистили, все, вас нету. Но поскольку у вас нету и позитивной вот этой вот, ну, как бы, преданности, чем вам еще заниматься? Вы опять приступаете к тому же самому, опять накапливаете грехи. Ну, песню же услышал, все нормально. Очистился, да, очистился. Потом опять загрязнился, да. Ну, ты же один раз услышал, все. Ну вот в самом начале же у нас было повествование. Ну, а здесь говорится с верой и правдой. Если человек с верой и правдой вернул, услышал, то есть он уже поменяет свою жизнь. И это его спасет. То есть в этом благословении. Не в том, что вот, знаете, вот все, я услышал, и теперь у меня такое, я ничего не буду делать. И да. Это означает, что вы не услышали. Вы не поняли вообще, о чем там говорилось. Вот. А думаете, что услышали. Ну, вот, Кришну, не Кришну не обманешь, да. Хари Кришна Махарадж. Такой вот вопрос относительно повторения святого имени. Если повторяешь с нам аппараткой, как быть? Если ты чудом понимаешь, что ты повторяешь, у тебя есть... Надо стремиться повторять внимательно, избегая. То есть нам аппаратка коренится на невнимательности. Или как пренебрежительности, да, к святому имени. Ты стараешься избегать этих, ну, каких-то оскорблений, есть здесь оскорбления святого имени, стараешься в течение дня тоже, ну, помнить о том, что я слуга Господа, не совершать какие-то оскорбления другим людям, преданным тем более, да, то есть не, ну, не накапливать как бы вот это вот, не вести себя вот в соответствии с культурой такого эгоизма, а культивировать настроение слуги и искренне, да, стараться повторять святое имя, моля святое имя, чтобы оно пролило милость и как-то не зашло. Вот если преданный прилагает усилия к очищению, это уже очистительная стадия, это не оскорбительная. Ну, если у тебя есть корысть, ты просто, ну, ты чувствуешь, что тебе все равно есть материальные проблемы, желания, и ты все равно как-то на подсознании думаешь, ага, сейчас мне надо в любом случае повторить, потому что если я не повторю, то вообще все будет вверх ногами. Вот это уже неплохо, да. Страх попасть в майю, то есть это хороший стимул для начала. Это может быть. Но постепенно преданный, конечно, должен научиться повторять из преданности Господу. Но это со временем как бы придет. Продолжайте. Хорошо. Спасибо. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананде Хари Бол.